Товарищеская встреча по футболу, приуроченная ко Дню предпринимателя, состоялась в эту субботу, 5 июня, на стадионе «Дюц-Лидер». В рамках спортивного мероприятия его организаторы провели благотворительную акцию «Мой бизнес помогает». Тему продолжит Катрина Тайбарей. Товарищеские встречи по футболу между командами органов власти и предпринимателями под патронажем Центра развития бизнеса становятся традиционными. В этом году футбольные баталии на городском стадионе в Наринмаре прошли уже в четвертый раз. В год добра, объявленный главой региона в Ненецком автономном округе в 2021 году, организаторы спортивного мероприятия провели в формате благотворительной акции, в рамках которой все желающие могли принести подарки для детей. Мы проводим товарищеский матч, посвященный Дню предпринимателя, которое было 26 мая. В этом году мы немножко его перенесли в связи с погодными условиями. И в этом году мы приурочили также в рамках Года добра. Товарищеский матч у нас носит благотворительный характер. То есть каждая команда также участвует в акции «Мой бизнес помогает». Мы собираем подарки для детских учреждений. Это для Красных Крест, для ребят, для компании «Особое детство» и для детского дома. То есть первую партию мы уже, акцию к 1 июня уже партию подарков мы отвезли в детский дом. И вот сегодня на матче также команды принесут свои подарки, которые мы на следующей неделе раздадим нуждающимся. Перед началом матча каждая команда внесла свой вклад в огромную коробку с подарками для детей. Это и наборы для творчества, конструкторы, книги и многое другое, что обязательно понравится ребятам. В товарищеском матче по футболу приняли участие три команды. Это «Эдельвейск», «Коммерсант» и «Губерния». За «Губернию» играли в том числе руководители предприятий, депутаты городского совета и собрания депутатов Ненецкого автономного округа. 26 мая был день предпринимательства. Сегодня играют три команды. Команда Центра развития бизнеса, команда органов исполнительной законодательной власти, к которой я отношусь. К сожалению, я плохо играю в футбол. Ну, не беда. И третья команда – команда предпринимателей. Пусть победит сильнейший. В любом случае, матч благотворительный. И мы окажем этим матчем помощь людям нашего округа. Коллега Максима Арбузова по депутатскому корпусу выступает сегодня на стороне предпринимателей. Ежегодно в этом мероприятие принимаем участие командой, за исключением прошлого года. В прошлом году по соображениям безопасности Роспотребнадзор нам не разрешил данное провести мероприятие. А так ежегодно. Самый главный приз – это добро детям. А то, что у нас товарищеский матч, как бы главное – участие. В благотворительном футбольном матче победила команда «Эдельвейс», сборная предпринимателей, обыграв «Губернию» со счетом 4-3. Катрина Тайбарей, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».